Время новостей на телеканале «Звезда». В студии работает Олеся Бушунова. Здравствуйте. И сегодня в эфире. Основа и опора страны. В Беларуси отметили День Конституции. Настоящим украшением праздника стала всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси». Труд, слава, почет. В Новополоцке подвели итоги трудового соревнования за 2022 год. 15 марта городская книга почета пополнилась новыми именами. Задача провести посевную кампанию безукоризненно. Аграрии Беларуси вовсю готовятся к весенним полевым работам. Массовый сев ранних яровых культур планируют начать в апреле. Перейдем к подробностям. В особой атмосфере единения и безграничной любви к родине белорусы встретили День Конституции. 15 марта был и остается важной датой в календаре нашей страны. Именно в этот день в далеком 1994 удалось заложить прочный правовой фундамент независимости республики. Глобально основной закон Беларуси закрепляет нормы, которые регулируют отношения в обществе, начиная от органов государственной власти и заканчивая простыми гражданами. Нынешний праздник ознаменован годовщиной с момента вступления в силу изменений и дополнений в Белорусскую Конституцию. Это был третий раз, когда белорусы высказались за новации документа, но именно референдум февраля 2022 стал поворотной точкой в истории суверенной Беларуси, потому что показал, первое, что граждане страны не повелись на сказки тех, кто в 2020-м пытался расколоть страну и отправить ее в пропасть, второе, что в республике живут настоящие патриоты, неравнодушные к судьбе Родины. В дискуссию по обсуждению новшеств в Конституцию включились практически все жители республики. Плюс за время работы Конституционной комиссии от людей разного возраста и профессии поступило более 10 тысяч обращений. Только благодаря совместным усилиям основной закон Беларуси удалось сделать еще более эффективным и современным. Но по-прежнему высшей ценностью в Беларуси остается человек и его жизнь. Этот пункт закреплен в Конституции на века. В такой важный день Александр Лукашенко не оставил соотечественников без поздравлений. В своем обращении президент подчеркнул, обновленная Конституция сохранила основополагающие принципы миролюбия, социальной справедливости и уважения, прежде всего, к достижениям прошлого. В современных геополитических условиях неуклонное следование положениям основного закона служит надежной гарантией защиты национальных интересов, укрепления правового фундамента белорусской государственности, делает нас еще сильнее и успешнее. Поздравляю всех граждан Беларуси с Днем Конституции. Пусть наша родная страна всегда будет мирной, благополучной и процветающей. Настоящим украшением Дня Конституции стала всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси». Церемонии вручения паспортов 14-летним ребятам прошли во всех регионах страны. В этом году масштабная инициатива охватила более 3000 человек. Причем отдельные школьники запомнят нынешний день 15 марта на всю жизнь. Потому что свой первый важный документ они получили в торжественной обстановке. Так, например, в Новополоцке 10 активных учащихся школ, которые отличились на поприще учебы, спорта или творчества – позвали на праздничный вечер подведение итогов городского трудового соревнования. Здесь присутствие лучших представителей трудовых коллективов, они получили паспорта и тем самым вступили во взрослую жизнь и стали полноправными белорусами. Я получила первый свой в жизни документ, и я очень волновалась, потому что просто очень волнительно. И теперь я понимаю то, что на мне есть ответственность за все мои проступки, за все мои достижения. И я теперь являюсь полноценным гражданином Беларуси и Новополоцка. Я думаю, меня пригласили из-за того, что я участвую в различных олимпиадах, из-за того, что я довольно успешна в учебе. И да, это волнительное для меня событие. Я до сих пор под очень большим впечатлением, потому что большой зал, много людей, сцена, сам мэр города, я его видела, жала ему руку. Я чувствую гордость за это, за то, что у меня появилась такая возможность. И теперь с появлением у меня паспорта я чувствую себя полноценным гражданином Беларуси, чувствую, что могу нести ответственность за какие-либо свои поступки. Символично, что в День Конституции состоялось также вручение удостоверений новоиспеченным членам городского парламента детей и учащейся молодежи. Он действует в Новополоцке больше 10 лет и объединяет ребят, которые уже с младых лет проявляют неравнодушие к настоящему и будущему Беларуси. С сегодняшнего дня плюс еще 10 активных юношей и девушек. Они обязательно усилят местный молодежный орган самоуправления. Как и те, кто 15 марта пополнил ряды одного из самых молодых республиканских общественных объединений. Новополоцкая организация «Патриоты Беларуси» сегодня также встречала пополнение. А это значит, что еще больше новых интересных проектов на благо страны.
К слову, День Конституции в Новополоцке в этом году прошел по-настоящему масштабно. Центральным событием стало все же проведение уже ставшей традиционной церемонии чествования победителей трудового соревнования по результатам 2022 года. Суммарно в списке лучших оказались более 50 трудовых коллективов и представителей различных профессий. Официально 15 марта их именами пополнилась городская книга почета. С элитой Нефтеграда познакомились и мои коллеги. «Поддерживаю город в чистоте». Так емко характеризует свою работу Алексей Закревский. И не поспоришь. Водитель с 20-летним стажем вождения последние 10 лет трудится на Новополоцком биомехзаводе. На родном МАЗе успевает за 2 рейса исколесить весь город и собрать мусор со 150 контейнеров. Нагрузка немалая. При этом на всех этапах работы нужно мастерство. Умело проехать по заставленным дворам и не повредить автомобили, аккуратно опустошить баки и ежедневно собрать драгоценный для предприятия 10 тонн мусора. По всем параметрам у Алексея высокая оценка. Поэтому победа в городском трудовом соревновании в номинации «Золотые руки» более чем заслуженная. Руки у водителя Закревского и правду настоящего труженика. Мне нравится моя работа, коллектив, мои товарищи. Как бы все нравится. Не нравилось бы, не работал. Я хожу на работу каждый день, ну и стараюсь свою работу делать добросовестно, качественно, в срок. Ну и награда это, я думаю, это оценка моей 10-летней деятельности, руководства. Так что мне приятно, что оказали такое доверие. Спасибо. Сегодня в Новополоцке царит особая атмосфера. В городе проходит вечер трудовой славы, аккурат в день Конституции. Отсюда и размах мероприятия. Лучших представителей Нефтеграда чествуют громко и масштабно. На сцене местного центра культуры рядом с победителями трудового соревнования в номинации «Золотые руки» обладатели самой высокой награды города. В этом году человеком года Новополоцка признана и Татьяна Борисевич. Больше 40 лет она трудится в общепите. Начинала поваром, последние годы руководит кафе «Лилия». Уважительное отношение к еде и в целом любовь Татьяны Ивановны к своему делу ощущают прежде всего люди, которые приходят в заведение, а это порядка 300 человек ежедневно. Каждого в кафе стараются накормить вкусно, сытно, недорого. Удается. В конце рабочего дня всегда пустые кастрюли и прилавки. И это лучшая благодарность для всего коллектива. Приятно получать такую награду. Конечно, заслуга – это в первую очередь коллектива. Ведь коллектив состоит из 22 человека. Небольшой коллектив, но все труженики. Настолько люди труженики, начиная от рабочего, заканчивая шеф-поваром, ну, во главе заведующего. Я очень благодарна коллективу. Конечно, мы дорогая награда, очень достойная, но мы будем стараться ее придерживать. Книга почета Новополоцка вновь обновилась. В этом году в списке награжденных более 50 новых имен. Причем сегодня чествуют не только представители всех сфер трудовой и общественной жизни, которые внесли значительный личный вклад в экономику города. Отдельное внимание – трудовым коллективам. О каждом, можно сказать, сработал слаженно и эффективно. Но вот новую прорывную высоту взяли 10 предприятий и организаций. На протяжении 2023-го они будут украшать городскую доску почета. Свою порцию признания получили и те субъекты хозяйствования, кто отличился на поприще вопросов охраны труда. Такие разные победители трудового соревнования, которых отличает профессионализм, ответственный подход к делу и любовь к родному городу и стране. В адрес всех сегодня звучит благодарность. Конечно, прошлый год был очень сложный для многих предприятий, потому что мы знаем, что наш город и наше градообразующее предприятие было подвергнуто очень серьезным экономическим санкциям со стороны коллективного Запада. По ходу работы приходилось принимать очень много ответственных управленческих решений, но основные задачи наш директорский корпус, наши трудовые коллективы, безусловно, выполнили. Сохранены предприятия, сохранены производства, сохранены трудовые коллективы. Мы не допустили снижения уровня благосостояния наших людей, что в этих условиях, конечно, это уже большое достижение. Но и эти санкции, эти испытания, с которыми мы столкнулись, безусловно, закалили наших людей, наши коллективы, заставили более активно и креативно где-то подходить к решению своих вопросов, быстро переориентироваться в сфере производства, в сфере освоения новых рынков сбыта. И надо сказать, что итоги, финансовые итоги года, ну, они впечатляют, потому что мы перевыполнили задание по доходам консолидированного бюджета, которое мы, было нам доведено городу. Был обеспечен рост заработной платы в разы, мы получили больше прибыли, чем по сравнению с 2021 годом, и в целом финансовая устойчивость предприятий наших стала гораздо серьезнее.
Одно из важнейших событий 2023-го для Новополоцка. Вечер трудовой славы стал своеобразным подведением итогов года ушедшего и открыл очередную страницу нынешнего для новых достижений. Каждый житель города может вписать свое имя в историю малой родины. Трудом, победами на ниве спорта, образования, культуры и не только. Тем более в Нефтеграде созданы все условия для личной и профессиональной реализации. Это в очередной раз подтвердила выставка достижений народного хозяйства и культурного наследия города, которая предваряла концертную программу. Трудиться усерднее обязывает и юбилейный для Новополоцка год. Новые свершения и победы станут хорошим подарком городу на его 65-летие. О том, как защищаются права покупателей и клиента, 15 марта говорят в Беларуси. День потребителя официально учрежден в стране в 2000 году. С тех пор обязательный атрибут праздника – широкая информационно-разъяснительная работа. Гражданам напоминают, куда можно обратиться в случае несоблюдения соответствующего законодательства. Самая мощная поддержка со стороны государства. Здесь задействованы различные ведомства, в том числе Министерство антимонопольного регулирования и торговли, которое выступает в роли координатора. Основную нагрузку все же на себя берут местные исполкомы. Они детально и оперативно разбираются в сути претензий, поступающих от людей на местах, относительно несоблюдения их прав как потребителя. Механизм работы отлажен и в Новополоцке. За 2022 год в отдел торговли и услуг Новополоцкого городского исполнительного комитета за поддержкой в защите своих потребительских прав письменно обратилось 10 граждан. Основная тематика обращения – возврат товаров ненадлежащего качества. Работа специалистов отдела направлена на разъяснение субъектам хозяйствования и консультирование населения по вопросам защиты прав потребителей и ориентирована на достижение урегулирования конфликтных ситуаций в досудебном порядке. Также хочется обратить внимание граждан города Новополоцка, что реализация товаров посредством социальных сетей и интернет-мессенджеров незаконна. Зачастую в социальных сетях продавцом указаны только электронный адрес, номер телефона. Поэтому защитить права населения затруднительно. И это, к сожалению, негативная тенденция последних нескольких лет. Увеличение числа случаев обмана в соцсетях и мессенджерах. Противостоять навязчивой рекламе из Инстаграма, Телеграма и ТикТока могут сами покупатели. Просто не приобретая товар у непроверенного интернет-продавца. Если говорить о структуре обращений в март и местные горосполкомы, то большинство жалоб касается сферы торговли и жилищно-коммунальных услуг. Наряду с поддержкой государства жители страны могут рассчитывать и на содействие профильных общественных объединений. Так, например, в 2022-м Белорусское общество защиты потребителей и его оргструктуры обратилось свыше 14 тысяч человек. По результатам составленных претензий и исков потребителям возместили материальный ущерб на сумму почти 250 тысяч рублей и моральный вред суммарно в размере порядка 15 тысяч. В крайних случаях факты нарушения прав покупателя и клиента рассматриваются судом. В целом, в контексте Дня потребителя профильное министерство подчеркивает, сегодня покупатели и те, кто пользуется различными услугами, стали юридически более грамотными, а продавцы – менее конфликтными. Сейчас важно направить усилия на формирование пространства взаимного уважения, доверия и соблюдения всех законных прав всеми участниками потребительского рынка. Погода не благоволит старту весенних полевых работ, но это не значит, что аграрии Беларуси сидят сложа руки. Во всех сельскохозяйственных организациях республики идет активная подготовка к посевной 2023. Задач немало, начиная от заготовки минеральных удобрений и семян и заканчивая мониторингом состояния техники. На всех этапах помощь научно-методическую и практическую готовы оказать как республиканский штаб по проведению весеннего сева, так и специальные рабочие группы, созданные в каждой области. Поддержка максимальная, вопросы аграрной отрасли на личном контроле президента Беларуси. Из актуальных вопросов – обеспеченность кондиционными семенами яровых зерновых культур. На Витебщине этот показатель составляет более 97%, чего не скажешь о зернобобовых. Сейчас потребности закрыты на 60%, в ближайшее время планируются закупки семян. Приобрести необходимо и гречиху, посевы культуры в этом году в северном регионе увеличат. Через две недели в области решат вопросы по льну. Сейчас кондиционных семян более 88%, не менее важные
этап подготовки к посевной кампании и техническая укомплектованность. В нынешний сезон на полях страны будет работать свыше 210 тысяч единиц сельскохозяйственной техники. Уровень ее готовности в целом по Беларуси немногим больше 90%. Витебщина приближается к этой цифре. К слову, наряду с опытными машинами, часть из которых была отремонтирована, задействуют на полевых работах и новобранцев. Акцент при укреплении материально-технической базы сельскохозяйственных организаций сделан на энергонасыщенные тракторы. Сейчас это 20% от всей сельхозтехники. Наполовину в стране закрыта потребность в минеральных удобрениях. По рекомендуемой структуре посевных площадей здесь, отмечают в Минсельхозпроде, значительно ничего не изменилось. Под зерновую группу будет отведено около 2,5 миллионов гектар площадей. Так, ранние яровые зерновые и зерно-бобовые культуры планируется посеять на площади 650 тысяч гектар. Кукуруза на зерно будет посеяна на 265 тысячах гектарах. Кукуруза на силос займет около 900 тысяч гектара. Картофель в пределах чуть более 26 тысяч. Кроме того, перед регионами стоит задача посеять гречиху на площади 34,5 тысячи гектаров. Также планируется осуществить сев льна на площади в 45 тысяч гектар. Единственное, в Беларуси в этом сезоне увеличили площади подсев сахарной свеклы до почти 102 тысяч гектаров. Это сделано для выполнения поручения правительства произвести 5 миллионов тонн культуры и тем самым загрузить мощности отечественных сахароперерабатывающих комбинатов и заводов. В целом, что касается массового сева ранних яровых культур, он стартует при установлении благоприятных погодных условий. Здесь важна не только стабильно плюсовая температура, нужно, чтобы и почва успела просохнуть. Пока аграрии ориентируются на апрель, но, как показывает капризная белорусская весна, планы могут поменяться. Главной задачей для всех остается провести посевную кампанию безукоризненно, на самом высоком уровне. От этого, как показал год минувший, в том числе зависит национальная безопасность страны. У меня на этом все. Напомню, просмотреть наши программы можно в любое удобное время на YouTube-канале «Звезда». Актуальная информация также в наших аккаунтах в социальных сетях. Сейчас не переключайтесь, я передаю слово нашим коллегам с телекомпании «Воен-ТВ». Вашему вниманию новости в форме. Это новости в форме. С вами Анна Чижлитаж. Добрый вечер. Сегодня в стране отмечается День Конституции. По всей республике прошла акция «Мы, граждане Беларуси». В торжественной обстановке 14-летним белорусам вручили паспорта. В учебных заведениях провели открытые уроки и встречи с государственными деятелями. Военнослужащие приняли участие в празднике и исполнили гимн Беларуси на стеле «Минск. Город-герой». В рамках внезапной проверки боеготовности вооруженных сил тестируется ряд воинских частей и соединений. В инженерные механизированные подразделения из запаса призваны военнообязанные. Они восстановят свои навыки по военно-учетным специальностям, изучат новые тактические приемы, проведут профильные тренировки. Медицинский отряд специального назначения белорусской армии завершает работу в сирийском Алеппо. Почти месяц военные медики оказывали помощь местному населению, пострадавшему от землетрясения. В городе врачи развернули полноценный военно-полевой госпиталь. Ежедневно принимали порядка 200 пациентов. Мы очень благодарны ваш народ, ваша земля, что это между нами во всему миру, что было хорошего нам и вам. И благодарю ваше государство, каждый врачи, каждый медсестры, каждый друзья, которые ходили сюда, помогают нам. Мы очень рады, благодарим ваше государство и ваш народ. На Гожском полигоне проходит состязание на лучшего командира мотострелковый и танковый взвод. Военнослужащие соревнуются в огневой подготовке, выполняют упражнения стрельб из боевых машин и стрелкового оружия. Также среди испытаний экзамены по вождению, нормативы по физической и технической подготовке. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звезда». До встречи!